Всем привет, мои дорогие зрители! В этом видео я хочу вам показать, как сделать вот такой вот цветочек из атласной ленты диаметром 8,5 сантиметров. Такие цветочки я обычно использую для украшения различной одежды, футболочек, платьев, кофточек. Почему мне нравится такой цветочек? Он очень легких приготовлений. Атласной ленты уходит на него всего лишь 25 сантиметров. И вот он такой вот плоский, не будет сильно выделяться. Так что для декорирования одежды в самый раз. Для этого нам понадобится отрезочки атласной ленты 5 на 5. Понадобится нам таких отрезочков 5 штучек. Фетровая основа диаметром 2 сантиметра. Еще нам понадобится вот такая вот серединка. Итак, приступим. Берем отрезочек атласной ленты, сгибаем пополам. И верхние уголки срезаем полукругом. Теперь берем зажигалку и обжигаем края таким образом, чтобы у нас краешки загнулись. Вот что у нас должно получиться. Теперь складываем пополам лицевой стороной вовнутрь. Берем один край отрезочка. И делаем две складочки. Вот две складочки. То же самое со вторым краем отрезочка. Также делаем две складочки. У нас получилась вот такая вот сборочка. И прожигаем зажигалочкой, прижимая пальчиками. Вот такой лепесточек у нас получается. Я заранее уже заготовила лепесточки для нашего цветочка. Теперь берем термопистолет и наносим на один бок нашего лепестка. Берем второй лепесточек и прижимаем. Также продолжаем склеивать все лепестки. Все лепесточки склеили. Теперь берем фетровую основу, наносим на нее клей и переклеиваем с изнаночной стороны цветочка. Теперь нам осталось приклеить серединку. Также наносим клей горячий на серединку, прижимаем к сердцевинке цветочка. Теперь, чтобы сделать наши лепесточки более ровными и закругленными, я беру зажигалочку и с изнаночной стороны немножечко нагреваю лепестки и закругляю. Вот такой цветочек у нас получился. Этот цветочек можно использовать просто, как одинарный, как это делаю я. Также вы можете его сделать более пышным, наложить два цветочка один на другой. Ну, здесь сейчас серединка просто мешает, а так прижать он, лепесточки поднимутся, он будет пышненький. Вот такой вот вариант для ободочков или куда-нибудь еще для повязочек на голову, допустим. Можно сделать вот такой вариант двухцветный. Либо наоборот, двоярусно. Все зависит от вашей фантазии. Такие красивые цветочки получаются.
делаются очень быстро и легко. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем до новых встреч, пока! Everybody's high.